А я вот в ответ на музыкальное исполнение наших мужчин, у меня стихи есть известного поэта Аркадия Федотова. Называется «Музыка». Звучание музыки нас повергает в трепет и гонит прочь заботы и химеры. Она какой-то светлый образ лепит, и хочется в хорошее поверить. Дыханием наполняя и врачуя души, о чем она? Сказать и слов не хватит. Она нужна в день свадьбы, в час утраты, да разве можно быть к ней равнодушным? В ее приходе нет ничьей заслуги, она как чайка над волною реет, и мир становится и лучше, и добрее, она как голос преданного друга. Приходит музыка, рождаясь незаметно. О, как светлы восторженные лица! Быть может, ты услышишь на рассвете мелодию, что мне так часто снится. У меня сегодня лирическая тема на стихи, поэтому я еще одну прочту. Пыль звезд. Тоскуют звезды по земле, а мы с тобой по звездам. Они мерцают нам во мгле, как винограда гроздья, и шлют серебряную пыль алмазных россыпей караты. Летят сквозь мрак, их час пробил, не возвратиться им обратно. И не приблизить, не согреть, не обласкать их любованием. Им предназначено сгореть, но донести нам свет познания и превратиться в пыль и прах, как человек, дрожа ознобом. Несите свет, рассеяв мрак, свой звездный свет высокой пробы.